Всем привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюхина. И сегодня делаю видео распаковку моей новой куклы Monster High. Я думаю, что она и Scrappy Monster. Точно не знаю, пожалуйста, напишите мне в комментариях, если вы знаете. Итак, давайте же начнем, я буду ее распаковывать. Кстати, я сейчас нахожусь в ресторане. Так, вот мы уже видим дневничок. Ну, дневник имени не написано, то есть именно надо самой написать. Всякая инструкция, тут это не важно. И вот сама куколка. Так, вот мы ее достали. Теперь будем ее открывать. Вот мы достали черную расческу. Подставку. Запасная обувь. Сумочка в виде черепка. Потом это, я понимаю, серьги всякие. Запасная маска и лицо. Парик. Ободок. Такие вот непонятные крылья. И еще типа перья павлина тоже и прикрепляется к кукле. Так, теперь идем к самой кукле. Так, вот мы достали саму куклу, надели на нее уже парик, чтобы было поприличнее. Так. Вот сама куколка. И, кстати, у ней меняются глаза. То есть не меняются, а надо вот сюда на головку две нажать, и будут новые глаза. Такая вот куколка. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.